На 90% готов к отопительному сезону Шымкент. Как сообщили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а паспорт готовности получили свыше 1700 домов. В остальных многоэтажках работа еще продолжается. А вот бюджетные организации полностью обеспечены углем. Подробности в следующем сюжете. В Шымкенте свыше 1800 жилых домов. 90% из них уже готовы к отопительному сезону. В 157 многоэтажках нужно еще проверить техническое состояние. Есть в городе и 3 аварийных высотки, но жители там не спешат позаботиться о тепле в своих квартирах, говорят в управлении энергетики и ЖКХ. За лето в мегаполисе отремонтировали почти 18 километров сетей теплоснабжения. Власти уверены, зимой проблем не будет. У нас город обеспечивает теплом один теплоэнергокомбинат ТЭЦ-3. Он готов на сегодня полностью к отопительному сезону. Работает он на газе, никаких проблем нет. Запасаться углем в мегаполисе в этом году начали раньше. Склады полные. Потребность Шымкента в твердом топливе составляет больше 1 миллиона 200 тысяч тонн. Половину уже завезли. Наибольшим спросом у населения пользуется шубаркульский уголь. Я все время здесь покупаю уголь. Никаких проблем нет. За тонну шубаркульского плачу 13 700 тенге. Качество хорошее. Обычно берем 3-4 тонны угля. Нам хватает. Приезжаем и напрямую отсюда забираем. В городе 476 бюджетных организаций. Объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта полностью обеспечены твердым топливом. План перевозки угля 1 279 000 тонн. На данный момент перевезено 40% или 615 000 тонн. Из них коммунальные бытовые организации 33% перевезены, а бюджетные организации полностью 100% закрыты. В Шымкенте еще тепло. Температура держится в пределах плюс 25 градусов. Но даже если резко похолодает, то город готов к подаче тепла, заявляют ответственные лица. Нургуль Ахметова, Нурбек Байбосын, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар 24, Шымкент.